Привет, друзья! Вы на канале «Кладоискатель. Эволюция поиска». Меня зовут Юрий, и мы сегодня посмотрим посылочку от комрада Павла. Канал «Заметки собачника». Павел, привет! Всем привет! Меня зовут Павел. Я занимаюсь дрессировкой собак в Бруклине, и вы на канале «Заметки собачника». В нашем парке не только собак дрессируют, но и клады ищут. Ссылочка на канал будет под видео в описании. Так что заходите на канал Павла, подписывайтесь. Очень интересный канал своей тематикой, поэтому не пожалеете, подписывайтесь. Видео у Павла разнообразные. Это поиск монет, в основном пляжный поиск. Вот возле океана, очень интересный. Думаю, вам понравится. Вот много чего интересного Павел находит. Вот также Павел дрессирует, учит собак послушанию. Разнообразные породы собак. Попалить? Молодец. Хорошо. Боится что-то оставаться. Неожиданно. Хорошо. Внимание, шагом марш. Рядом рывок. Хорошо. Небольшой стресс его пугает. Вот эти вот машины, хлопки. Только что тоже самое было. Как раз реагировал. Внимание, остановился. Рядом. Хорошо, внимание, направо на месте. Рядом. Также вы можете посмотреть подводный поиск. Паша и под водой ищет сокровища. Очень интересный канал, друзья. Не пожалеете, подписывайтесь, присоединяйтесь к каналу Павла. Павел выслал мне бандероль 10 дней назад, и в принципе бандероль дошла очень быстро. Что хотел сказать, при пересыле Павлу сказали, что монеты высылать нельзя, это является денежной единицей Соединенных Штатов Америки, и на таможне могут ее ликвидировать. Пассажир следовал из Соединенных Штатов Америки в Россию транзитом через Финляндию. С его слов, монеты были приобретены в подарок другу. Незаконно ввести в Россию мужчина пытался без малого 1500 монет. Самая раритетная из них выпущена в 1790 году. Но бандероль вроде бы дошла благополучно. Сейчас при вскрытии мы посмотрим и увидим, все ли там на месте, все ли хорошо. Ну что, друзья, приступим. Ну что, скрываем бандерольку, друзья. Так. Не буду томить вас вскрытием бандероли. Вот. Вот это да. Вот это, друзья, да. Вот Паша, друг, прислал. Класс. Все запечатал. На скобочке. Вот это монетиков. Вообще шикарно. Паша, спасибо огромное, друг. Вообще класс. Этот вообще доллар обалденный. 72-й год. Будем скрывать и смотреть, что у нас есть. Я не умею делать обзоры монет,
Поэтому просто давайте посмотрим монетку. That's me, the one you heard about has been fucking up shit since last week. Shit, that's me, the big bald one of them bros called Nasty. And I'm coming with that heat, told y'all once I'm coming with that heat. And I'm coming with that heat, told y'all once, man nigga, that's it. I'm still a firm believer of God's grace. Though last minute homie just told me he lost faith. And truthfully, I'm at an odd place, trying to figure things out as I look up at God's face. Cause last week, Jody had the nerve to say I'm just a skinny boy with black lips. I'm just a skinny boy with a fat dick. Who ain't never had shit? Now you can have this. Watch my middle finger back flip. That's how it gets when I'm mad pissed. I cool out with a cold bottle of stout and a hot bowl of pepper soup catfish back in 08. I used to hear church girls walking them home right after choir practice. One thing money really does give is access. But I don't know about true happiness. I got myself looking like what's wrong. I'm in too much pain to make a fucking love strong. They wanna see us be cuffs on. Homie called said his whip got seized by customs. To my night job boys in London plotting scams, don't forget where you come from. I try to walk through the storms and the blizzards. Ripper just told me they'll be lost, Uncle Richard. So I gotta be grateful for my sister, cause in 04 an accident put her in a wheelchair, but she's still here. Recovering at Godspeed, you can't knock me. So you left with only one option, that's to sit down and watch me. And probably you and your folks try to copy, but can't do it properly, so end up being sloppy. Shit, that's me, the one you heard about has been fucking up shit since last week. Shit, that's me, the big bald part of them bros called Nasty. And I'm coming with that heat, told y'all once I'm coming with that heat. And I'm coming with that heat, told y'all once, man nigga, that's it. That's me.
Паша, спасибо огромное, друг. Видишь мое довольное лицо? Это шикарные монеты, спасибо огромное. Ты просто очень быстро среагировал просто на мою шутку, как обычно. Пошучу, и язык мой, враг мой, и тут получаются сюрпризы. Спасибо за бандерольку, отличные монеты. Не ожидал, только, конечно, много даже положил. Спасибо, друг.